BBC представляет. Найо Марш. Расследование Алейна. Зима 1938 года. Патрик Мелахейт в роли старшего инспектора Алейна. Британское посольство. Весы правосудия. Кровавые диктаторы, несомненно. Неприятное и несколько раздражает. Я видел, как его громилы топали по стране, как будто она им принадлежит. Если войска Гитлера выступают, она им будет принадлежать. Не делай ошибки, Томми. Правительство Его Величества ни черта не может с этим поделать. Не может? Или не хочет? Мы миролюбивая демократия, старина, что значит, что в кризисной ситуации мы неизменно делаем слишком мало и слишком поздно. Твое здоровье. Войдите. Да, Баркер, что такое? Капитан Эванс пришел с кое-чем, о чем, я думаю, вам следует знать, ваше превосходительство. Уильям Симмонс в роли инспектора Фокса. Людовик, как поживаешь? Войдите. О, да. Входите, закройте дверь. Режиссер Джим Годдард. Лето 1949 года. Кетл, вы садистка, больно. Простите. Надо хорошо подумать. Что вы пытаетесь со мной сделать? Я пытаюсь, ваша светлость, привести в порядок этот пальчик. Вам следовало проделать процедуру неделю назад. Да я знаю. Другое. Другие, о которых надо беспокоиться. Мама? Ну? Здесь Томми. Ну? Он снаружи. Он хочет видеть папу. Главное, Джеральд, что твой отец хочет его видеть. Но что? Да его надо остановить.
Томми Картрет — ближайший друг твоего отца. Возможно, это последний раз, когда они видятся друг с другом. Ты собираешься остановить его? Сожалею, что ты так плохо себя чувствуешь, старина. Мне сообщили, что ты хочешь видеть меня. Только тебя, Томми. Никого больше. Былой уклад сменяется иным, освобождая место молодым. Еще не поймал папашу? Пока нет. Хитрый парень. Лучшая форель в Англии. Я надеялся однажды вытащить его на берег, но... Мемуары? Пакет с моей жизнью. Ты, Томми, ты возьмешь их. Проследи, чтобы их опубликовали. Почему я? Ты единственный, кому я могу доверить. Есть какой-то подвох? Почему не дать... Не подведи меня. Не сейчас. Это было непросто, Томми. Глава 17. Я там немного исправил. Старший инспектор Олейн. О, привет. Да, думаю, так. Должно быть во время ланча. Да, хорошо. Отлично. Тогда увидимся. Сэр? Что может быть лучше, чем иметь друзей в высшем свете? Простите, сэр, я не понимаю. Нет. Уверен, не понимаете. Томасина, дорогая, Томасина, Марк, дорогой, не создавай больше трудностей, чем уже есть. О папе нужно заботиться. Хорошо, если ты так считаешь. Но у него есть твоя мачеха. Почему это должна быть ты? Ну, конечно же, Китти, потому что... Да? Потому что Китти... Ты, наверное, заметил. В конечном счете, я все, что у него есть. Где Рос? О, не знаю, я не видел ее. Думаю, играет в крокет. Я приготовила чай. Хочешь чашечку? Нет, спасибо. Выпьешь? Нет, мне надо сделать кое-какую работу. Как хочешь. Если меня будут спрашивать, я в кабинете. Свибининг, 25. Джеральд. Не видно линкоров, ни родни, ни славы. А крейсеры гибнут в боях за державу.
Добрый день, сэр. Мой брат, сэр Джон Алейн, ждет меня. Распишитесь, пожалуйста. Спасибо. Санни? Санни Ранджан Чодури. Знаешь, учился в моем колледже в Итоне. Это было до меня. Спасибо, Стэнли. Приехал на конференцию, знаешь ли. Ужасно славный малый. Не сомневаюсь, но... Ну, старшие по званию парни из каждой страны имеют приданную им охрану. Что ты должен знать лучше, чем кто-либо другой? Да. И знаю, что ты мой брат. Санни попросил тебя, Рори. Естественно. Черт побери, Джордж. Любой квалифицированный сержант полиции мог сделать эту работу. Да, но... Я, вообще-то говоря, старший инспектор уголовной полиции. Ну, конечно. Твое здоровье. Допивай, Рори. Ты обманул заместителя комиссара, не так ли? Пообедаем? Вот так? Да, ну... Равный вес на обе ноги. Не то чтобы нужно об этом сильно беспокоиться. Что? Ну, понимаешь, вес. Подожди секундочку. Ты... Тебе надо держать свои руки близко друг к другу. Вот так лучше, да? Так? Теперь мне надо ударить? Боже мой, Китти. Если бы ты только не была замужем. Да, я знаю, Джеральд, но я замужем, и мы знаем, что именно сейчас он может смотреть на нас. Поэтому я не думаю, что нам надо продолжать наши уроки. Да, конечно, все, что скажешь, Китти. Хорошо. Так? Вон куда закинула. О, боже. О, я и Колк, и капитан, и штурман с брига Нэнси. Я пьяный боцман, я мичман, и вся команда вместе. Отлично, Гектор, не толкайся, не толкайся. Так нельзя обращаться с подругой. Так, не убегай, Мармадюк, пожалуйста. Ну, подходите, кушайте хорошо. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Одной не хватает. Томасина. Томасина! Томасина! Где ты? Где ты прячешься, Томасина? Сукин сын! Черт! У нас тут беглянка? Уклонистка? Прогульщица? Дайте мне знать, когда закончите играть в нянек. Я найду вам настоящую работу. Это не к спеху, конечно. У вас столько времени, сколько хотите. Санни. Ненадолго, сэр. Я, конечно, счастлив. Счастлив заполучить вас. Очень великодушно со стороны Джорджа организовать это. Не о чем говорить, сэр. Конечно, я буду очень занят в течение дня, естественно, естественно. Но вечерами... Вы должны сказать мне, Рори, что вы делаете по вечерам? Сэр? Ну, у меня есть идея, которая может позабавить вас.
Свевенингс, мое королевство, моя страна, мой народ, правосудие, все они правосудие. Доктор Марк! Доктор Марк! Доктор Марк, сэр! Доктор Марк! Бренди? Старомодно, но да, это может помочь. Дедушка? Он немного выпил. Вик. Я что-то могу сделать? Только скажи. Вик. Вик... Викарий, Хэл? Тебе нужен викарий? Дорогая, за каким чертом мне может быть нужен викарий? Абсолютно нелепо. Я пытаюсь действовать в интересах будущих поколений. Подожди меня снаружи, Уильям. Никакого упоминания об этом. Я просто отказываюсь верить, что мой отец доверил такое важное решение вам. Мне жаль, Джеральд. Жаль? Я обдумал это очень серьезно, и я должен продолжать. И опубликовать? И сделать то, что хотел ваш отец. Мой отец теперь вне игры. Я не в восторге от этого поручения. Хорошо, тогда вы можете поступить порядочно и бросить пакет в огонь. Я не сделаю ничего подобного. Я должен считаться с другими. С другими. Это значит, стоя здесь, говорить мне, что я не могу отговорить вас от этого ужасного поступка? Вы подумали о том, какие это будут иметь последствия для меня? Для семьи Лэклендеров? Никогда бы не подумал, что джентльмен из Свеменингса, тому же, не в состоянии понять, в чем его долг. Я не нуждаюсь, Джеральд, чтобы вы говорили мне о моем долге. Неужели? Тогда вы можете быть уверенным в одном. Этим положен конец любому взаимопониманию, которое могло бы существовать между моим сыном и вашей дочерью. Что? Я высказал свою позицию. Я разочарован в вас, Катрет. Глубоко разочарован. Я предупреждаю вас. Пока вы не найдете возможным пересмотреть свое решение, нам больше нечего сказать друг другу. Вам придется отвечать за последствия. Вы мне всегда нравились, Джеральд, но на самом-то деле вы напыщенный осел. И всегда были. Хорошего вам дня.
Интересно, смогу ли я когда-нибудь прожить день и не поссориться с одним или другим из моих проклятых соседей? Ты знаешь, каковы они. Они тесно связаны друг с другом со времен Вильгельма Завоевателя. Они почти так же интересны, как чаепитие в доме священника. Устраивать ссоры — их единственная радость. Джаред Лэклендер. Высокомерен, чертовски неприятный. И это еще не все. Он говорит, что что-то есть между Росс и этим его парнем, Марком. Ты об этом что-то знаешь? Дорогой, я думаю, все в Свевенингсе знают об этом. Но я не знаю, почему ты мне ничего не сказала? Хотел бы я знать, кто сказал Джеральду? Ну, думаю, возможно, я. Возможно, я что-то сказала во время одного из уроков по гольфу. Дорогой, ты же не думаешь, что я обманываю тебя с Джеральдом? Это ужасно, ужасно. Каждый день на протяжении недели одно и то же. Вы потеряли слишком много денег, Рори. Все в порядке, сэр, не обращайте внимания. Что-то случилось, Джеральд? Что? Ну, кажется, что в последнее время что-то беспокоит тебя. Как? Все еще не согнуться. И в два раза больнее. Это ваш люмбаго. Приходит и уходит. Пора вам жениться, капитан. Что? Тогда ваша жена могла бы взяться за это. Избавила бы меня от работы.
Насколько я знаю, Финн, вы занимаетесь браконьерством. Браконьерством? Вам должно быть стыдно за себя. Да, вот. Камберленд в Южной Атлантике. Несется, как будто за ним черти гонятся, чтобы попасть туда, пока все не закончилось. Мы опоздали. К тому времени, когда мы прибыли туда, капитан графа Шпеи потопил свой корабль. Это ведь вы? Что? Вы, капитан, с миссис Картрайт. Генри знал, чего хотел Гермиона. Знал? Ты думаешь, Томми ему когда-нибудь приходило в голову, что мы можем чего-то хотеть? Это может только причинить вред всем нам. Ну да, ты, конечно, это понимаешь. Я имею в виду, что же это Хэл пытался сделать? Ну? Я думаю, он пытался быть честным. Сейчас? Сейчас. Это дело об убийстве, и вы выбраны расследовать его. Правда, сэр? Нет, Алин, не мной. Гермионой, леди Леклендер, которая... Леклендер? Которая просила лично вас. Вдова сэра Генри. Еще один из ваших холодных как мрамор приятелей дипломатов? Ну, я знал его, сэр, да. Ну и что вы здесь таите? Но как насчет... Ранджан Чудари больше не ваша забота. Я принесу ваши извинения джентльмену, сэр. Кстати, сэр, что? Ему очень нравится эта странная игра в покер, правда? Дело в том, что он в ней совершенно беспомощен. Ничего не понимает. Можно войти? Ну, да. Я не могу ходить вокруг да около, моя дорогая. Я... О, боже, это будет непросто. Для меня или... Это о Томми. Боюсь, худшее из новостей. Пардон? Нанс пардон. Название загородного поместья. В деревне под названием Свенингс. Ну да. Я бывал там ребенком. Идеальный английский пейзаж. Леса, луга. Насколько хватает глаз. Родовое поместье Леклендеров. Совершенно неподходящее имя, сэр. Лучше следите за дорогой, братец. Полковник был сэром Генри в чужих краях до войны. Все семьи в Свенингсе, ну, местное мелкое дворянство, Леклендеры, Финны, Сайсы, Картрайты, так или иначе, они все связаны. Неужели? Совет, сэр. Они один за всех и все за одного. Я буду иметь в виду, сержант Олифант. Покойник, сэр.
и констебль Крэпер. Констебль Крэпер, добрый вечер. Бедолага. Выглядит отвратительно. Что вы думаете о ране? Что-то вроде молотка? Необычно, посмотрите на ее размер. Похоже на Моби Дика. Это папаша. Кто? Они долго пытались поймать его. Вам придется поискать, прежде чем вы найдете лучшую форель, чем это, сэр. Насколько я понимаю, среди рыбаков было сильное соперничество. Это так, сэр. Если человек устремлен к одной цели, бывает, что он может... Инспектор. Если этот бедняга был убит ради его улова, почему он все еще здесь? Почему? Я не понимаю, почему. Мне следует... То есть уже так поздно. Мне следует поблагодарить вас всех за то, что пришли. Если я что-то могу сделать, хотя бы что-то, тебе надо только сказать. Полагаю, мне надо что-то сделать. Просто чтобы отвлечься от этого. Просто я все время мысленно представляю себе... Слушай, мне не хотелось бы беспокоить тебя этим сейчас, но поскольку полиция прибудет с минуты на минуту... Полиция? Да, конечно, полиция, да. Ну, это то, о чем мы говорили. Если бы ты нашла минутку, чтобы еще раз подумать... Это ферма Хаммера? Все правильно, инспектор. Хотя уже не используется как ферма, я не знаю, как долго. Кто там сейчас? Ну-ка посмотрим. Сестра Кэтл, это районная фельдшерица, которая нашла покойного. Леди Леклендер, ее сын Джеральд. Теперь он по праву стал сэром Джеральдом. Ее внук Марк, наш молодой доктор, который вздыхает по дочери покойного, Роуз. И сама Роуз. Оу, и не следует забывать о вдове Китти, миссис Катретт. Вся эта чертова уйма народа ждет нас в такой час? Да, сэр. Я впечатлен. Все за исключением одного, сэр, капитана Сайса. Вы от него ничего и не добились бы, сэр. Почему? Он не трезв, сэр. Что это? Там. Интересно, кто это читает при луне? Кто-то еще поймал рыбу. Одно из животных мистера Финна, без сомнения. Он помешался на кошках, этот мистер Финн. Сожалею, что мне приходится навязывать вам свое общество в час горя и скорби. Слушайте, Алейн, уже чертовски поздно. Если бы мы могли выяснить, кто совершил этот ужасный поступок, нельзя это сделать утром, Джеральд. Есть несколько вопросов, которые я должен задать сейчас, пока свежи воспоминания. Очень разумно. Мы в твоем распоряжении, Родерик, так что скажи, что тебе нужно, и мы сделаем все возможное, все мы, чтобы ты это получил. Спасибо, леди Леклендер. Но если ты хочешь знать мое мнение, почему или как это случилось, я не знаю.
Миссис Картрайт? Нет, я... Это кажется таким невероятным. Это должно быть кто-то посторонний, не местный парень. Никто из тех, кого мы знаем, не сделал бы ничего подобного. Следовательно, у полковника не было врагов. Не было ни доброжелательства, вражды, чего-то подобного. Сестра Кэтл, вы нашли тело, как я понимаю. Да. Когда? Незадолго до 9. Теперь, с вашей помощью, я бы хотел уделить особое внимание времени. Времени, когда это случилось. Я бы хотел спросить каждого из вас, не был ли кто-нибудь из вас поблизости от полковника в течение, скажем, 2 часов перед 9 вечера. И если... Куда, черт побери, вы клоните? Джеральд, помолчи, иначе мы проведем здесь всю ночь. Если так, то не видели ли вы кого-нибудь поблизости? Ну, вообще-то говоря, я сама была недалеко. Мы с полковником договорились о встрече на 8 часов. Это было личное дело. По моему опыту, леди Лаклендер, в ситуациях, подобной этой, мало что остается личным делом. И все мы тоже можем столкнуться с этим, будь что будет. Я слышала, как полковник ссорился. Ссорился? С Октавиусом Финном. Он живет в Джейкобс коттедже. Они всегда ссорились, мистер Олейн, но в этом ничего не было. Ничего? Ничего необычного. Папа и Оки всегда ссорились из-за рыбалки. Вы должны признать, этот человек бессовестный негодяй. Полковник Картрайт вносил арендную плату за ловлю рыбы ниже моста, а Оки Финн за участок выше моста. Да, но когда доходило до ловли папаши, он всегда позволял течению отнести его поплавок под мост в воду Картрайта. Ради бога, Джеральд, какое это теперь может иметь значение? Возможно, вы совершенно правы, миссис Картрайт. И вы видели это, сэр Джеральд? Да, с поля для гольфа. Преднамеренное вторжение. А вы, леди Лаклендер, слышали последовавшую за этим ссору? Около 7:30. Они оба были на мосту, ругались как извозчики. «Вторжение! Вам бы следовало постыдиться!» «Постыдиться? Как следует постыдиться! Вы могли его поймать только одним способом, ловя рыбу в моей воде!» «Если вы так считаете, а в этом нет правды ни на йоту, можете оставить эту проклятую рыбу себе! Теперь я не возьму ее от вас даже в подарок!» А Картрайт сказал, «Только через мой труп». Это старая рыба. Никогда не слышала, чтобы волновались из-за такой ерунды. Итак, именно мистер Финн поймал папашу, и вы видели его? Да. Он видел вас? Нет, он вряд ли мог. И что, вы оказали ему противодействие? Противодействие? В чем? В его браконьерстве. Нет. Конечно, нет. Мы были слишком возмущены. Оттуда, где я была, вы не выглядели особо возмущенными. О, Джеральд. Что ж, Оки в раздражении пошел домой, и Томми застал меня за рисованием, и на этом все закончилось. Когда точно это было? Примерно без 28 мы побеседовали... Ах да, ваша личная беседа. Но... Да, сэр Джеральд. Что случилось с папашей? Что ж, это очень интересный вопрос. Он должен быть там, где Оки оставил его, на мосту. Нет. Что значит «нет»? В настоящее время он лежит рядом с телом полковника Картрайта. Твой отец, должно быть, вернулся за ним. Когда я шел по мосту, его там не было. Нет, он бы такого никогда не сделал. Итак... Эта удивительная рыба спрыгнула с моста, проплыла по реке и запрыгнула на берег рядом с полковником. Несколько неправдоподобная история. Но если мертвая форель не двигалась самостоятельно, тогда кто перенес ее? Что ж, сожалею, что задержал вас всех так поздно, но, боюсь, мы пробудем здесь еще день или два. Пустая трата времени. Надеюсь, что нет. Ясно как день, кто это сделал. Мне не ясно, сэр Джеральд. Мне так же. Что такое, Джеральд? Там кто-то был снаружи. Не вижу. Попался? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Что? Ну и ну. Оки. Я искал рыбу.
Я очень извиняюсь за вторжение в такой поздний час, но я надеялся увидеться с полковником Каттертом. Мистер Финн. Октавиус Данбери Финн, да. Мы офицеры полиции, и мы расследуем убийство полковника Каттерта. Нет. О, нет. О, это ужасно. Мои дорогие... Что я могу сказать? Я в ужасе, мистер Финн, если позволите. Я бы хотел, чтобы вы рассказали нам сейчас об этой рыбе, которую вы искали. Забудьте об этом, под замок его. Джеральд, замолчи. Это не имеет никакого значения, вообще никакого значения. Тем не менее... Повинуюсь властям. Рыба, мы зовем ее папашей, знаменитая, была знаменитой. Великолепная форель, знаменитая. И этим вечером, выше по течению, выше нижнего моста, я преуспел там, где многие до меня потерпели неудачу. Я поймал его. Вы, чертов лжец! Вы браконьерствовали под мостом, под ним! Нет! Ну, джентльмены, давайте не будем горячиться. Спасибо, сэр Джеральд. Что стало с вашим уловом? Я оставил его. Выше по течению от нижнего моста, понятно. Его теперь там нет, так? Нет. Позднее, инспектор, я вернулся. Насколько позднее, сэр? Не имею представления, я не ношу часов. Значительно позднее я вернулся и обнаружил, что моя царь-рыба исчезла. Перестаньте, Оки, знаете ли... Леди Леклендер, если позволите. После того, как вы обнаружили пропажу, сэр, я пошел домой. Совершенно убитый. Я пытался читать. Я ни в чем не мог найти утешения, даже с моими кошками. А затем, вспомнив, что этого мошенника... Ой, бедного Каттерта, это могло заинтересовать, и увидев, что свет все еще горит... Нет, я не могу больше ни минуты это слушать. Оки, вы старый лжец. Этим вечером я слышала, как вы и Томми Каттерт жутко поссорились, леди Леклендер, из-за папаши. Что ж... Что ж... Мистер Финн, вы носите очки? Для чтения, инспектор, да. А что? Еще одна вещь, которая могла бы оказаться очень полезной, если бы вы все согласились позволить инспектору Фоксу снять ваши отпечатки пальцев. Все мы? Зачем? Знаешь, Родерик, если с тобой собираются обращаться как с преступником, это можно делать цивилизованно. Леди Леклендер, я буду искать убийцу полковника с тем же усердием, как если бы он был грузчиком с рынка. Никогда в этом не сомневалась. Ваша встреча с полковником этим вечером была и личной, и посвященной домашним делам. Она ничего общего не имела со смертью Томми. Спасибо. Возможно, вы сможете мне сказать вот что. Когда вы услышали, что полковник и мистер Финн ссорятся из-за форели, они говорили о чем-то еще? Нет. Спокойной ночи, старший инспектор. Поторапливайся, Джеральд, мне становится холодно. Сэр Джеральд, что? Ясно как день? Что? Личность убийцы полковника. О, да. Этот отвратительный крысёныш, Финн, конечно. Используйте тиски для пальцев, и он заговорит. Доброй ночи. Кому понадобилось делать такое? Вот. Что-нибудь конкретно его беспокоило? Да. Но это личное. Для вас это совсем бесполезно. Вы уверены?
Как скажете. Ваш отец хранил здесь что-то особенное? Только свои бумаги. Я знаю, что это очень мучительно для вас, но когда вы видели его в последний раз? Он пошел в Джейкобс коттедж. Он хотел увидеться с Оки Финном. Вы имеете представление для чего? Думаю, это имело какое-то отношение к изданию книги, над которой он работал. Книги? Вы знаете? Нет, нет, не знаю. Это имело какое-то отношение к старым временам, до войны. Папа хотел знать мнение Оки. А если нам нужно допросить много народу? Его светлость опрашивает дворян, а вы всех остальных. Что-то вроде этого, да. Послушайте, этот парень с луком и стрелами, капитан Сайс, и он джентльмен. Он был знаком с миссис Картрайт до того, как она вышла за полковника? Да. Они были близки? Капитан и жена полковника. Вы его должны об этом спросить. Не беспокойтесь, миссис Кэтл, мы спросим. И я мисс Кэтл, если вы не возражаете. О, нет. Я совсем не возражаю. Теперь о том вечере. Когда вы нашли тело, это были худшие 10 минут в моей жизни. Мистер Фокс, вы ведь не принимаете меня за дуру? Конечно, нет. Вы можете мне не верить, но когда я была там, осознавая, что ничего нельзя сделать для бедного джентльмена, у меня было чувство, постоянное, твердое ощущение, что за мной наблюдают. Я верю вам. Я слышал, в этой семье есть деньги. О, вот как. Поговорили с Тиби Олифантом, без сомнения. Что ж, позвольте вам сказать, все деньги принадлежали матери Росс, а не полковнику. Она была богатой наследницей и красавицей. Умерла при рождении Росс. Так что полковник жил на свою пенсию. Никогда не брал ни пенни из денег своей жены. Он был порядочным человеком, мистер Фокс. А деньги отойдут прямо мисс Росс? Когда ей исполнится 25, они все под контролем опекунов. А молодой доктор? Он внук покойного сэра Генри, знаете ли. И он увлечен мисс Росс, полагаю. Они будут прекрасной парой. Так у доктора, у него ведь нет собственных денег, кроме тех, которые он зарабатывает практикой. На что вы намекаете, инспектор? О, Господь с вами, я ни на что не намекаю. Кроме того, что вы делаете первоклассный чай, мисс Кэтл. Его взломали. Хорошо бы узнать, зачем. Не заключить ли нам небольшое пари на то, чьи отпечатки мы найдем? Шиллинг за нашего мистера Финна. Полкроны, что это не он. Если что-то вспомните, сразу же позвоните. Мы остановились в мальчике и осле. Миссис Картрайт, если это принесет вам утешение, будьте уверены, мы найдем убийцу вашего мужа. Спасибо. Доброй ночи. Доброй ночи, мэм. Доброй ночи. Кёртис? Так, видели живым без четверти 8, нашли мертвым в 9. Похоже на правду. Как насчет оружия?
Сложно сказать. У нас глубокая рана в левый висок, сделанная нашим классическим тупым предметом. Но в центре раны у нас есть неаккуратная дырочка. Два оружия? Возможно. Оглушен первым ударом? Вне сомнения. Убит вторым. Спасибо. Тогда я ухожу. Сообщу вам о своих выводах как можно скорее. Спасибо, Кёртис. Должно быть, сидел здесь на корточках, лицом к реке. Давайте, братец, попробуйте. Удар нанесен левшой, стоявшим за ним, или правшой, стоявшим перед ним. В реке? Ну, я только пытаюсь помочь. Великолепная рыба. Да, но я предпочитаю ее жареной в кляре. Ну-ка посмотрим. О, Господи. А что это? Похоже на кусок рыбьей кожи. Ну, на этом чудище отметин нет. Тогда откуда же он? Другая форель? Ну и где же она сейчас? Во что превратилось это место? Глазом не успеешь моргнуть. Браконьерство, убийство. Две форели... Подождите-ка. Так. Хорошо, братец. Ваша очередь. Моя, сэр? Да. Живой или мертвый? О, живой и сидящий на корточках, изучающий свою добычу. Ладно. И вложите в это дело душу. О, да, сэр. Отлично. Что? Мы же на отдыхе. С другой стороны, если убийца стоял здесь, как я и сказал, какой-то правша. Ну да, кто-то стоял перед ним, кто-то, кого он знал. Что оставляет довольно широкий выбор, я бы сказал. И как давно вы не плавали на плоскодонке? Так давно, что не смогу припомнить. Хорошо, кто первый? Сайз. Финн, я думаю. Сайз. Слышите, кто это к дьяволу? Давайте, выходите! Вы читать не умеете! Везде предупреждение, осторожно! Вы пытаетесь убить нас, сэр? Конечно, нет. Вышла небольшая осечка. Какого черта вы двое вообще делаете на линии огня? Капитан Сайз? Это я. А вы кто? Ну, я не шериф из Ноттингема. Убийство? Рана у виска с левой стороны. Достаточно большая, чтобы засунуть в нее палец. Огнестрельная? Нет. Но рана почти такая же. Боже. Бедный старина Катрет. Хотите глоток спиртного? Нет, спасибо.
Не возражайте, если я выпью. Кому бы понадобилось сделать такое? Он был вашим соседом, капитан. Как вы с ним ладили? Я? Да. Принципиальный человек. Немного осталось таких, как он. Мне нравился этот парень. Не было скандалов, сэр. Не было ссор. Никаких. Был тих, как мышь. В отличие от этого полного кретина, который живет с другой стороны от меня. Мистер Финн, должно быть, сэр. Мы с Катры там... Он проводил на реке большую часть своего свободного времени. На самом деле у нас не было ничего общего. Ничего, сэр? На что вы намекаете? Жена полковника Катрета. Вдова. Китти. Как я понимаю, вы познакомились с ней на Дальнем Востоке в конце войны. Были с ней близки. Сэр! Ты, наверное, можешь сказать нам все, что нам нужно знать. Рыба? На этот раз нет. Мистер Финн? Было бы приятно думать, что вы пришли, чтобы понравиться моим кошкам. Но недоброе выражение ваших глаз говорит мне другое. Доброе утро. Вам лучше зайти в дом. Этот головорез Сайс. Безумный, кровожадный пьяница. Он убил маму моей очаровательной Томасины. Неужели? А возвращаясь вчера вечером домой после моей стычки с несчастным Катретом, я сам едва не был проткнут стрелой. В какое время это было, сэр? Я слышал, как церковные часы пробили ровно без четверти 8. Любопытно. А чего же? О, потому что приблизительно в это время сестра Кэтл, по всей видимости, лечила капитана от люмбага, ну, неважно. Отряд чешуйчатые. Томас Катрет? Да, он авторитет. Был авторитетом. Мистер Финн, ваши удочки, корзинка для рыбы, все такое, могу я посмотреть на них? Что, на все это? Пожалуйста, сейчас... И на ваши вещи. Вашу одежду, обувь, сапоги. А, следы крови. Безусловно, инспектор. Это вам очень поможет. Я помогу вам, сэр. Возможно, не общеизвестно, что нет двух форелей с одинаковыми чешуйками. Точно так же, как нет двух людей, совпадающими отпечатками пальцев. Незаконно пойманная форель оставит за собой обличающие улики, которые, безусловно, можно назвать «чешуя правосудия». Можете одолжить мне это? Одолжить? Да. Здесь все, инспектор. Желаю вам с этим успеха. Я выдам вам расписку, сэр. Ваш сын? Да. Давным-давно он был в ту неизвестную страну, из пределов которой не возвращаются путники. Война? Превратности войны, да. Сожалею. Мистер Финн, ваша стычка с полковником... Рыбная ловля была единственной причиной? Если нет, это было бы личным делом. Знаете, как я понимаю, прошлым вечером полковник Катрет приходил к вам поговорить о книге, которую он собирался напечатать, о былых днях. Как я уже сказал, инспектор, личное дело. Прошлой ночью я также нашел вот это неподалеку от тела полковника Катрета. Я
Я робкий человек, инспектор. Старший инспектор, если не возражаете, сэр. Скажу только одно, старший инспектор. Я робкий человек, но невиновный. Хорошая работа, сержант. Затащили высокую траву, вот куда. А где чипсы? Что думаете, братец? Ну, осталось выяснить, остались остатки. Тот надрез я учел бы, сэр. Выглядит многообещающе. У вас есть тот кусок рыбьей кожи, сержант, сэр? Нет. Ну вот, наша вторая форель. Да, но что насчет этого? Эти дырочки здесь. Они ведь сделаны не при ловле. О, еще одна вещь, сэр. Это было найдено у подножья холма. Это кровь. Возможно, нам нужно больше времени. Что ж, спешки нет. Я могу подождать. Сколько захочешь. О, если ты думаешь... Ну, конечно, должно прийти время. Когда вместо того, чтобы делать то, что хотят другие люди, человеку приходится отстаивать свои права. Другие люди... Всегда смотрят на тебя, чего-то хотят, мерзкие комитеты, благотворительные учреждения. Дело в имени, понимаешь ли. Лэклендер. Это много значит. И это так несправедливо. Джеральд, дорогой, я первое скажу, что человек всегда должен думать о других. Но иногда, без сомнения... Джеральд? Марк, дорогой, ты не видел своего отца? Джеральд! Ты, конечно, как всегда права, Китти. Это сложно, чертовски сложно. Мой дорогой, я могла бы помочь тебе смотреть на вещи проще. Джеральд! Но в конечном счете, мы, Лэклендеры, должны думать о других людях. Положение обязывает, понимаешь? Если сейчас я сделаю что-то, что может осложнить жизнь, это бы усугубило ситуацию. Я благодарен, что ты так это воспринимаешь, но... Я должен думать о семье, понимаешь? Конечно, это было для тебя ужасно, ужасно. Слушай, еще одно, прежде чем мы присоединимся к остальным. Нет. Что? Твоя пропавшая глава. Я не смогла найти ее. Ты напуган, не так ли? Что ж, не беспокойся. Возможно, тебе повезет. Возможно, Томми выбросил ее, струсил. Но если он этого не сделал, Джеральд, она может представлять для тебя угрозу. Ради всего святого, Рори.
Это было чертовски грязное дело. Ничего не добьешься, раскачивая лодку. Я не прошу о многом, я просто хочу узнать правду. Правду? Я прошу тебя, Рори, для общего блага, не буди лихо, пока оно тихо. Весь город был полон нацистскими агентами. Мы не знали, что именно случилось. Кроме того, что молодой Финн позволил, чтобы совершенно секретная телеграмма попала в их руки. Без сомнения, он был виновен. Сэр Генри, которого он боготворил, набросился на него. И парень ушел и застрелился. Это было печальное, скверное дело. Спасибо. Итак, Людовик плохо закончил, а полковник готов опубликовать мемуары старика. Финн знает, что имя его сына намереваются облить грязью, поэтому он убивает Картрета, чтобы предотвратить публикацию. Что ж, возможно. Но они все что-то скрывают. Да. Леди Эл помалкивает о своей частной беседе с полковником. Что-то не то между Финном и полковником. А сэр Джеральд... Этот выглядит так, как будто у него хорек в штанах. Не думаю, что сэр Джеральд заметил бы, если бы ему посадили в штаны хорька. Даже мисс Росс и молодой доктор. Все они как кошки на раскаленной крыше. Что ж, вот так-то. Один за всех и все за одного. Итак... Откуда-то отсюда леди Лейклендер видит, как сэр Джеральд дает уроки гольфа мисс Картрет. И не только уроки гольфа. Вам не нравится сэр Джеральд, не так ли? Не слишком, да. Ну вот. Складной стул-трость? Да, ну подождите-ка. Где мы уже видели такой отпечаток? Слева на голове полковника Картрета. Вы говорите, что не взяли его с собой? Ну, конечно же, чтобы Уильям принес назад. Ты же не думаешь, что я буду носить все эти вещи сама? Послушай, мама. Спасибо, Уильям. Мама, твой шерри готов. Что это такое? Ваш новый бред, Олейн? Именно так, сэр Джеральд. Не спрашивай, зачем ему все это, потому что он не скажет тебе. Я уже иду. Ну же, уходи, Джеральд. Он не собирается красть серебро. Хорошо. Не собираешься? Зависит от его ценности. Должна признаться, Родерик, что многое бы отдала, чтобы узнать, как работают извилины твоего ума. Через пень-колоду, по большей части. Хитер. Как и твой брат. Ну, мы будем снаружи, если понадобимся тебе. Военный совет? Конечно. Должны же мы себя защищать, так или иначе. Что, весь мой чертов гардероб? Нет, только то, во что вы и во что каждый из вас был одет, когда был убит полковник. Не могу представить себе ничего более мерзкого, чем изучение чужой грязной одежды. Но если это то, что тебе нужно, ты это получишь. Спасибо, леди Лаквендер. Моя юбка воняет рыбой. О, Господи. Она воняет. Ну, нечего сказать. Мне же следовало сказать? Да, конечно, мисс Картрет. Почему так случилось? Ну, я была на этой стороне моста, когда я заметила, что одна из кошек Оки схватила форель. Не папашу? Нет, Джеральд, не папашу. Я попыталась вырвать ее, но я увидела, что кошка почти съела ее, и ее не стоит спасать, так что... Так это была кошка. Вы не заметили три небольшие дырочки на ней? Нет.
Не имеет значения. Вы вполне уверены? Ну, вполне. Она была в безнадежном состоянии, конечно. Дорогой, ты не попросишь Уильяма все упаковать, иначе он проведет здесь всю ночь. Да, и мои шипованные ботинки. Собери весь комплект. Мы играли в гольф. На мне были эти туфли. Они не очень удобные, но... Я пришел сюда в башмаках. Я принес с собой парусиновые туфли. Их тоже, пожалуйста. Марш отсюда. Если ты не возражаешь, то я приказываю в своем собственном доме, если не во всем графстве. Что ты имеешь в виду? Леди Лаклендер. Мемуары вашего покойного мужа. Неудачно. Как я понимаю, вы все знакомы с ними. Почему? Почему вы так решили? Мисс Картрайт? Я подумала, мне следует... Нет, я бы хотел, чтобы вы были здесь, пожалуйста. Спасибо. Леди Лаклендер? Мемуары. Мой муж иногда обсуждал со мной суть дела, уточнял конкретные факты, но я никогда не читала их. Перед смертью он передал их полковнику Картрайту. Можем ли мы все согласиться с тем, что очень вероятно, что они содержат описание пребывания сэра Генри на посту посла перед войной, и что человек, который наиболее заинтересован в этом деле, должно быть мистер Финн, который из-за трагедии, которая случилась с его сыном, должен был бояться их публикации. Да, но... Да, сэр Джеральд? Ничего. Разве что наоборот. Что наоборот? Возможно ли, что мистер Финн одобрял их публикацию? Почему? Почему вы так говорите? Какого черта он должен был одобрять, если он знал, что они вернут доброе имя его сыну? Ты говорил Сокки? Всего лишь... Джеральд, замолчи! Но мама, он не мог, иначе... Оки ничего не сказал, иначе с чего Болейну быть сейчас здесь, задавая нам вопросы? Джеральд, ты полный и абсолютный дурак. Что? Ты законченный идиот! У тебя не осталось мозгов, с которыми ты родился. Личные дела? Если бы один, только один из них сказал бы правду, но нет, они не хотят подвести друг друга, не так ли? Старая гвардия в действии, смыкают строй, сохраняют твердость духа. Кровь, сэр. Что? Кровь не водится, всегда была, всегда будет. Мистер Финн. Добрый день, старший инспектор. Мне нечего вам сказать. Я хочу кое-что у вас одолжить. И нет ничего, что вы могли бы сказать, что я желал бы услышать. Одолжить? Главу 17, мемуаров сэра Генри. Тогда, увы, вы обречены на разочарование. Если вы не возражаете, сэр, пожалуйста, не тратьте наше время. Без официального разрешения от ее светлости, мамонта-матриарха, леди-великанши из Бробдингнега, великосветской вдовы, без ее благословения, у меня связаны руки. Леди Лаклендер, я пришла, чтобы признаться. Нет, заклинаю вас, Оки. Мне потребовались все мои силы, чтобы перейти к этому делу. Касающемуся пресловутой главы 17. Нет, вы не должны. Мистер Финн, пожалуйста. Я хочу подтвердить то, о чем вы уже могли догадаться. И я хочу сказать... что моя семья в долгу перед мистером Финном. Остановитесь, пока вы... Не перебивайте, мистер Финн, пожалуйста. Если я не споткнусь на первой преграде, все будет хорошо.
Мой муж Родерик был изменником. Перед войной все было совсем по-другому. Некоторые люди из таких семей, как наша, они имели другие взгляды на фашизм. Англо-германский альянс против коммунизма? Иллюзия, леди Леклендер, разделявшаяся очень немногими. Мой муж был одним из таких. Он не был на службе у своих нацистских господ, но в нравственном и интеллектуальном отношениях был в их руках. Я понимаю. Итак, в 1938-м, когда содержание строго секретной телеграммы было передано нацистским агентам, порядочным молодым человеком, который имел достаточно глупости, чтобы напиться, и позволил попасть в их руки телеграмме, которую он декодировал. Чтобы скрыть собственную измену, сэр Генри изобразил посольский гнев. Да, так угрожал и выдвигал такие обвинения, что бедный парень пошел и застрелился. Да. Моя дорогая, не нужно. Не следует. Оки, мой муж убил вашего сына. Я должна. В то время я думала, что он сильно горюет из-за смерти этого юноши и его предательства. Людовик был таким милым молодым человеком. Он преклонялся перед моим мужем. Он не смог вынести, когда Хелл прогнал его. Почему вы не хотели, чтобы Родерик узнал правду? До того, как он убил себя, Вики написал своей матери, заверяя ее в своей невиновности и умоляя нас не делать ничего, что может повредить сэру Генри. Я пытался выполнить эту клятву, я пытался сделать то, что он просил. И я не хотел, чтобы Леклендеры страдали из-за смерти моего дорогого мальчика. Оки. Вы заставили меня чувствовать еще больше стыд, чем раньше. Мистер Финн, глава 17, если вы не возражаете, сэр. Нет, я не возражаю. Только вы опоздали. Сожжена дотла. Эти люди ни перед чем не остановятся, защищая друг друга. Знаете, братец, это заставляет меня испытывать стыд. Вы сделали свое дело, сэр. Один за всех и все за одного. Скажу вам кое-что. Я переверну это место вверх дном, если потребуется. Звучит несколько революционно, сэр. Думаю, нам следует оставить политику в покое и вернуться к старой доброй полицейской работе. Не знаю, сколько нам потребуется времени, чтобы справиться со всем этим. Мы будем работать всю ночь, если потребуется. Просто найдите чешую с обеих рыб на одном комплекте одежды, и мы достигли цели. Какая муха его укусила? К чему вся эта суета? Человека убили лишь прошлой ночью. Некоторые дела ему нравятся, а некоторые нет. Кёртис. Три эти дырочки... Вы не думаете, случайно... Кажется, она милая женщина. О, соль земли, сэр! В отличие от некоторых других, о ком вы могли бы упомянуть, а? Да, сэр. Те, которые пользуются ее добродушием. Как всегда, не так ли? Есть те, кто берут, и те, кто дает. Вроде миссис Катретт. Продолжайте. Да, сэр. Я знаю кое-кого в округе, кто был бы вполне счастлив, если бы ее обвинили в том, что случилось.
Да, боюсь, вы правы. Не думаю, что кто-нибудь из них проливал бы по ней слезы. Что к дьяволу я должен теперь носить? Резиновые сапоги и зонтик? У вас есть халат, капитан? В спальне. Я прямо вам говорю, Алейн, вы на ложном пути. Во-первых, мне нравился Катрет. Во-вторых, вы думаете, что я дурак? Вы играете в гольф, капитан? Иногда. И туфли для гольфа также, инспектор. В-третьих, если я прикончил его, а только бог знает, зачем мне это было нужно, если бы на этом барахле была бы кровь, вы думаете, я все еще носил бы его? Вы сказали, что вам нравился Катрет. Сколько еще раз, черт? Да, нравился. Вы также были влюблены в его жену? Влюблен? Могли вы вообразить, когда представляли их друг другу, что они поженятся? Нет, безусловно, не мог. Несчастная тёлка. Она была одинока. Сама по себе целую вечность. Переживала плохие времена. Капитан, прошлым вечером, после того, как ушла сестра Кеттл, когда вы, предположительно, должны были быть прикованы к постели из-за люмбага, предположительно, на самом же деле, вы стреляли из своего лука. Спасибо, инспектор. Прошлой ночью полковник Катрет был убит, и сбоку на его голове есть аккуратная рана. Ваша, капитан. На ней кровь. Это была одна из ужасных кошек Фина. Это был несчастный случай, я не собирался этого делать. Я же говорил этому твердолобому, высокомерному Фину, я люблю кисок, но он не хочет мне верить. Что же мне делать? Надеть свой халат, сэр. Умышленно поднесли к ране на виске, а затем надавили. Остриё затем вытерли тряпкой для кистей из этюдника леди Лэклендер. Видите следы крови? И мы нашли два типа рыбьей чешуи на нем. Так, а на этом что-нибудь было? Нет, пока нет. О, и чьи отпечатки, как вы думаете, мы нашли на ящике стола полковника? Миссис Катрет, Фина. Сэра Джеральда Лэклендера. Кровь разожгите, напрягите мышцы, сэр. Свой нрав прикройте бешенство личиной. Несмотря на благородное происхождение, сэр Джеральд должно быть самый глупый человек в Англии. Но миссис Катрет так не думает. Протягивая руку помощи, он мог даже сделать ей предложение. Надеюсь, она на это не рассчитывает. Будь я проклят, если мне нравится ваш тон. Что вам нужно? Правду. Когда вы пошли на ферму Хаммера и взломали ящик стола? Боже, теперь он намеренно меня оскорбляет. Вы рассчитывали найти мемуары вашего отца? Что? Нет, я это отрицаю. Вы не взламывали ящик стола? Вы неправильно поняли. Я сделал это для семьи, для миссис Катрет. Она потеряла ключ и... Это было чертовски трудно. Вы сделали это по просьбе миссис Катрет? Что? Да, да. Она присутствовала при этом? Нет. Сэр Джеральд, вы были весьма озабочены и отправились искать главу 17, так? Запоздалое признание вашего отца в измене своей собственной стране и доведение невиновного молодого человека до самоубийства. Вы тщеславный человек, сэр Джеральд, с фанатичным отношением к репутации семьи, и вы ни перед чем не остановитесь, чтобы сохранить ее. Ни перед чем? Это нелепо. Вы не можете думать, что я... Убили полковника Катрета? Но, мой бог, это нелепо, даже сама мысль, это... Это немыслимо. Я хочу сказать, каким образом? За ударом по голове последовала колотая рана.
Эта колотая рана была нанесена стулом тростью вашей матери, и я уверен, что удар был нанесен клюшкой для гольфа. Да? Что? Да, подождите, он здесь. Спасибо. Алейн, ну, мы нашли два различных вида рыбьей чешуи на сиденье плоскодонки. Алейн, вы меня слышите? Да. Вы не один? Да. Хорошо. Ну, немножко потерпите. Но пока мы не можем найти никаких признаков обоих видов рыбьей чешуи ни на чьей-либо одежде, ни на спортивной экипировке. Черт. О, Алейн, есть кое-что еще. По крайней мере, они должны улучшить ваш сон. Спасибо. Похоже, что и вы сами не отказались бы от подарочка. Я? В чем дело? Проблему с мужчиной? Не нужно изображать из себя Мадонну в скалах. Это случается, знаете ли, со всеми нами. Когда мы получаем по шее от одного из них. Но, мисс Картрайт, вы не можете так говорить. Не могу? Я знаю, что у него есть свои маленькие слабости, но он джентльмен. Вы можете помочь ему преодолеть их. Мне довелось узнать, что он не думает ни об одной женщине, кроме вас. О ком вы говорите, Кэтл? Конечно, о капитане Сайсе. Этот ни на что негодный уволень, миссис Картрайт. Было время, я жила с ним в Сингапуре, потому что это устраивало нас обоих. А когда он приехал домой и обнаружил, что я замужем за Томми Картрайтом, он хотя бы мизинцем пошевелил, чтобы помочь мне поладиться с здешними никчемными болванами? Нет, не пошевелил. Капитан Сайс ничего для меня не значит, Кэтл. И я могу вас уверить, я тоже ничего для него не значу. Но если вы сами увлечены им, я никогда не говорила ничего подобного. Вам и не нужно, дорогая, не беспокойтесь, я не собираюсь стоять у вас на пути. И если все получится, дорогуша, и если вы сможете заставить соседей наносить вам визиты, относиться к вам как к человеческому существу, что ж, удачи. Потому что у меня ее не было. Если вы имеете в виду Лаклендеров, да. Да, вы не понимаете. Сколько прошло времени, как вы думаете, пока жирная леди Нанс Пардона не расцепила свои губы и одарила меня улыбкой? Эта семья берет свое начало еще до Вильгельма Завоевателя. И чем же они хороши? Они ничего не делают. У них нет... Нет радости. В них нет души. Они ослабли от кровосмешения. Знаете, Кэтл, мне было в 100 раз лучше во время войны. И вот, пожалуйста, предполагается, что я должна чувствовать благодарность. Говорите, что хотите. Что бы ни случилось, это их собственная вина. Похоже, что убийца оступился. Возможно, во время своего хитрого маневра по вытаскиванию стула трости из его головы. О, ради бога! Так или иначе, подошвой своей обуви он уступил на улов полковника, на небольшую форель, и оставил 3 отчетливые дырочки. Догадки. Уверяю вас, сэр Джеральд, чистейшие догадки. Перед лицом обличающих улик у убийцы появились 2 идеи. Почему бы не подменить эту форель на другую, на папашу, и в то же время впутать в это дело бедного Окифина? Вот именно. Пока все в порядке, но что же делать с раздавленной форелью? В этот момент появляется Томасина. Том, кто? Одна из кошек Оки. Какое отношение к этому имеет эта проклятая кошка? Убийца дает рыбу... кошке, чтобы съесть. И использует вашу тряпку для кистей, леди Лаклендер, чтобы вытереть кровь со стула трости и чешую от 2 различных форелей.
Значит, если бы вы нашли чешую обеих форелей на одежде любого из нас, тогда что все это значит? Это действительно указало бы на убийцу, но, к несчастью, ни на одном из исследованных предметов одежды не было обоих видов чешуи. Видите, я говорил вам, никто, кого мы знаем, не сделал бы ничего подобного. Однако... дырочки на меньшей форели были сделаны шипованной обувью для гольфа. Кого вы обвиняете? Сделанной весьма достойным сапожником из Берлингтон Аркад. Женский размер номер 6, леди Леклендер. Джеральд? Вместо того, чтобы раболепствовать, почему бы вам, Кеттл, один раз в жизни не бросить очень внимательный и непредвзятый взгляд на ваших любимых Леклендеров и не увидеть, каковы они на самом деле? У меня нет желания делать ничего подобного. А вы, миссис Каттл, вы не имеете права, нет? Именно сэр Джеральд, потеряв от страха свою голову, какой бы она там ни была, взломал ящик стола Томми. Я вам не верю. И знаете почему? Потому что этот старый дурак боялся, что Томми опубликует что-то о старике и очернит фамильный герб. Я не хочу это слушать. Нет, вы выслушаете. Сегодня, после всего своего жалкого мычания, после своих детских попыток затащить меня к себе в постель, вы порочная женщина, ему понадобилось настоящее присутствие духа, чтобы бросить меня. Если бедный сэр Джеральд и был глуп, и поглупел от любви... Так это вы соблазнили его. Вы обманывали нашего дорогого полковника, а теперь пытаетесь женить на себе сэра Джеральда. Что ж, я знаю таких, как вы, миссис Каттрет. Положа руку на сердце, Кеттл, вы ничего не знаете. Вы совершенно не разбираетесь в мужчинах. Как вы смеете? Вы думаете, что все они гипсовые святые? Бедный сэр Джеральд. Хотите получить от меня еще один удар? Я думаю, бедный сэр Джеральд убил вашего бедного дорогого полковника. Нет. Я больше ни слова не хочу слышать. Вы порочная, злая! Миссис Каттрет, старший инспектор, есть ли у вас слова утешения для опечаленной вдовы? Мне нужно задать вам вопрос. Вопросы, вопросы. Вы что-нибудь еще делаете или только задаете вопросы? Когда вы играли в гольф с сэром Джеральдом, по вашим словам, на вас была пара обычных черных туфель. Да. А на самом деле, не одолжил ли он вам туфли для гольфа своей матери? Нет. Те, которые она не могла носить из-за своего воспаления на пальце? Нет. Нет. И не одолжил ли он вам также свою клюшку для гольфа? Да. И вы испробовали ее на своем муже. Он сидел там, пускал слюни на свою глупую рыбу. Плешивый и сияющий, его голова была похожа на яйцо, ждущее, чтобы его разбили. Джеральд научил меня, как пользоваться клюшкой для гольфа, и я использовал ее, бац, и он опрокинут. А затем вы использовали стул-трость? Но мне не понадобился Джеральд, чтобы научиться, как им пользоваться, старший инспектор. Согласен, я знал, чего она хотела. И, конечно, она бывала очень забавной.
Но я никогда не помышлял жениться на ней, мама. Один за всех и все за одного? Если бы они так не стремились смыкать ряды против посторонних, мы бы быстрее достигли цели. Знаете, братец, мне нравилось это место. Теперь я совсем не уверен. Деньги, земля, положение. Должна быть тяжелая жизнь. У нас в Пэкхэме таких проблем никогда не бывает, сэр. Знаете, чего бы я сейчас хотел? Чего же? Рыбы с чипсами. Озвучил по субтитрам Иннокент 33, май 2014 года. Перевод субтитров Кроликова М.